Новая детская площадка в парке 50-летия пострадала от рук вандалов. Хулиганы подожгли одну из горок космического комплекса. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место выехала наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Прожженная дыра теперь уродует новый игровой комплекс в парке 50-летия. Акт вандализма произошел накануне днем. По рассказам очевидцев, подожгли горку подростки. Тут две девочки было. Они сказали, что молодой человек лет 15, с белые волосы, находился в черной шапке, в кожаной куртке, в синих джинсах. Потом мы их видели на площадке. Они там, вот на маленькой детской площадке, которая до 3 лет. Они, ну, просто начинают вандализма. Начинают ломать там вертолет, который на пружинах находится. Вот мы им сделали замечание. Ну, а что мы еще можем сделать? На видео с камер наблюдения видно, что в момент предположительного поджога в горку пробирается несколько подростков. Потом они убегают, а дети помладше начинают тушить огонь снежками. Видеозапись приложена к заявлению в полицию. В данный момент разыскиваются и другие свидетели преступления. Обидно и досадно. Еще не совсем открыли городок, еще не доделали. Еще много нам доделывать здесь, а уже начинается ломание, уничтожение. Как будто такое впечатление, что люди не любят свой город. Игровую площадку еще не успели открыть, а жители Мурома уже нанесли игровым элементам ущерб. У той же космической станции местами выбиты иллюминаторы. И это невзирая на то, что за площадкой установлено круглосуточное наблюдение. Охранники рассказывают, что с хулиганскими выходками на площадке сталкиваются постоянно. Ну, вчера, вот, например, в мою смену 12 часов вдвое пришли молодые люди, где, ну, уже, ну, может, 15, может, 16, вот так. Стали играть здесь в прятки. Вот они тут лазили. Один по верхам лазил, прятался, а другой его искал. Пришлось мне выходить. Ну и как-то делал так. Я раз им вышла, сказала. Они не послушали. Сказали, вызывайте милицию. Второй раз я уже сделала, ну просто обман. Как будто я вызываю. Вот они тогда только ушли. Иногда справиться с агрессивным и нахальным поведением подростков охранники женщины без особых полномочий просто не в состоянии. По их мнению, новая площадка нуждается в дополнительной защите, особенно в вечернее и ночное время. Надо делать, вот, ну, как типа парк Гагарин, вот закрывать на ночь, огораживать, иначе это свободное пространство. Кто хочет, тот и зашел. Получается, что созданный на радость молодому поколению муромлян игровой комплекс от них же и страдает. Площадка, находящаяся еще в стадии строительства, рискует к своему официальному открытию выглядеть изломанной и побитой. Полиция занимается поиском вандалов. Если и вы обладаете информацией о личности малолетних хулиганов, сообщите об этом в дежурную часть или оставьте информацию в муромских социальных сетях. Ольга Килешина, Алексей Ратинский, Новости Муром.